После встречи с жителями Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев отправился в микрорайон резинотехнических изделий в городе Саране. Опустевший 20 лет назад микрорайон РТИ решили возродить, восстановив здесь жилые дома и промышленные зоны. Главе государства показали работу автобусного завода. Он существует 2 года. Трудится там более 500 человек. А еще президенту презентовали завод по производству шин. Его обещают открыть уже в конце этого года. В планах выпуск 3,5 миллионов изделий в год и создание более 1000 рабочих мест. Еще и в планах запуска завода бытовой техники. Производить ее начнут уже весной следующего года. А это еще 1500 новых рабочих мест. В данный момент в Казахстане вообще не существует объем производства бытовой техники, но при этом потребность существует, и она с каждым годом растет. На этапе полного запуска завода мы планируем где-то покрывать порядка 25-28% потребности Казахстана в этой продукции. Мы идем в сегменте масс-маркет, то есть это ценовая группа средняя либо ниже средней.